Помните мою пуансетию пестроцветущую? Это она. Рассказываю, что с ней было. Когда она более-менее подсохла, я ее перевалила в большенький горшочек и затем вместо полива обычной водой полила фундазолом. Все было нормально, листики. Нижний вот этот подъюбничек очень быстро ушел. А все было хорошо, в принципе. Я поливаю растения по просушке верхней части грунта, но с пуансетти этот номер не прошел. Я немножечко прозевала со сроками, не была вовремя дома. И когда я уже появилась, то заметила, что листья подвяли. Я ее полила хорошенько, с тех пор стало все хуже, хуже ее состояние. Листья практически все облетели, и она продолжает облетать. Ну и состояние ее, скажем, ну не знаю, нехорошее. Уже стебель ее плюсклый, он такой нежизнеспособный. Как поступлю, еще не знаю. Возможно, оставлю все как есть. Пусть хочет, выживает, не хочет, нет. То есть я для нее сделала все, что могла, дала ей шансы на выживание. Но вот такой вот результат. Я так понимаю, что растение, привыкшее к тепличным условиям, там, где все время было все влажненько, то вот эта вот пересушка корней, вот когда я прозевала полив, когда меня не было дома, получилось, что корни просто, видимо, отмерли, и вот такой результат. Ну, не знаю, буду ожидать, вот, честно говорю, ничего не буду делать, не черенковать, и буду поливать по мере просушки. Если тут осталось что-либо живое, какие-то спящие почки, на что я надеюсь, то растение все-таки к весне должно прорасти. Если же нет, то ну вот так печально все и окончилось. Показываю вам, что у каждого человека вот бывают проколы. В моем числе тоже. Ну вот так вот. Единственное, что утешает, что она была не очень дорогая. Ну, вывод какой сделала? Ну, вот что тепличные растения нужно поливать, вот как только вы увидели, что просохло сверху чуть-чуть. Вот сразу поливаем. Я думаю, что именно в этом была моя ошибка, потому что после пересадки и после полива фундазолом она еще хорошо себя чувствовала на протяжении 2 недель.